С 31 марта количество ежедневных авиарейсов из Чебоксар в Москву увеличивается до 4. В настоящее время в ежедневном расписании имеется лишь 3 вылета, сообщает Международный аэропорт Чебоксары. Дополнительный вечерний рейс с наступлением весенней навигации станет ежедневным и будет выполняться авиакомпанией Pegas Fly. Компания предлагает 2 тарифа – без питания и багажа, промо, и тариф «Оптимум», включающий 15 кг сдаваемого багажа, ручную кладь, возможность выбора мест, обмена билета и онлайн-регистрацию. Дополнительный рейс будет отправляться из Чебоксар в 20:25 и прилетать в Москву в 22:00 в аэропорт Шереметьево. Таким образом, в столицу России из Чебоксар с апреля месяца можно будет улететь в 9 утра, 11 утра, 20:25 и 21:35. Аэропорты прилета Шереметьево и Внуково.